Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре серия фидерных удилищ от компании Флагман, называется Armadale. Моделек в серии 8, есть комбо с пролонгой фидера, то есть в одном фидере 4 длины. Все вам сейчас покажу, расскажу, измерим. Значит, сразу нюанс, что есть модели абсолютно идентичные у Armadale, которые идут с катушкодержателями Fuji, а есть которые с катушкодержателями Seaguide. Поэтому имейте в виду, когда будете заказывать. С Fuji, естественно, чуть подороже. Но по качеству, что Seaguide, что Fuji, в принципе, по катушкодержателям нареканий не было ни на те, ни другие. Поэтому, ну, я вот ловлю, например, Seaguide. У меня не ломается. И как бы не слышал, чтобы у кого-то что-то там держаки ломались. Дальше, второй момент. Все бланки снабжены тоже кольцами Seaguide. Ну, качественный середнячок такой, да? Хорошие колечки, надежные, рабочие, не пилящиеся. Так, что хочу еще сказать. Уголь 36 тонн. И что немаловажно, японской компании Торей. Что такое уголь японский Торей, я знаю не понаслышке. Свои фидера Photon Pro и Сабанеев делаются тоже из угля Торей. Это качественный уголь, действительно достойный. То есть это линеечка, такая переходная из топ-сегмента условно, да, в средний сегмент, в чуть выше среднего. Поэтому здесь... Многие считают, и в общем-то считают по праву, что цена-качество соответствует. Соответственно, здесь, как вы понимаете, в бюджетных модельках не будут ставить катушкодержатели Fuji, да, здесь они есть. Но и как бы достаточно грамотно сделали производители, что кому это не надо и хочет чуть подешевле, на чем-то сэкономить, да, ну, пожалуйста, вот без Fuji. Значит, колечки противозахлестные. Достаточно качественный, хороший, как я уже сказал. По верхней части катушка держателя форегриппа. Я не знаю, кто смотрел мои отчеты. И отчеты, и видео, да, и отчеты других людей. То есть, и, как бы, вам этот катушкодержатель должен напомнить полностью Сабанеев Photon Pro. Да, это вот точно такой же материал рабр. Это очень качественный материал, хороший. Это пробка с вкраплением резины, такая обрезиненная пробка, что называется. Она не крошится, она не впитывает воду, и она намного долговечнее, чем даже Эва. То есть, в принципе, это самый долговечный материал. Его минус один – вес. То есть, только в этом его минус, больше ни в чем. Поэтому, скажем так, я считаю, что это очень хороший выход. В общем-то, по пути моих мыслей ребята пошли, да, и, понятно, не зная о них, да, хотя кое-кому рассказывал, может быть, оттуда и пошло. В общем, форегрипп, да, это материал рабр, качественный, надежный, держак тоже. Дальше идет обои пробочные, это не пробочка, это обои, но тоже качественные, то есть здесь можно не прикапываться никому. То есть, и в принципе, вот этот дизайн мне нравится. Я, честно говоря, не люблю ручки вот современные, которые сейчас делают дизайн там как-то с зауженными талиями, с обрезанными. Вот как кто-то знает, может быть, Браунинг Сфера там с какими-то такими выбоинами, уж условно говоря. То есть, мне нравится классическая ручка круглого, что называется, сечения. Да, ну и как бы вот сзади, задняя часть ее тоже, это материал рабр, тоже очень надежный, еще такой металлической заглушкой сзади закреплено все, то есть можно его чуть ли не ударять, бить, ничего с ним не будет. То есть действительно качественный по внешнему виду, да, рабочая лошадка, по уголечку, по обмотке колец, то же самое, никаких претензий нет, действительно интересные фидерочки. Ну вот, прежде чем разложить, наверное, я сейчас, ну, смотрите, мерить я не буду, не мерить, взвешивать я не буду их, транспортную длину тоже не буду, потому что это все указано на сайте, и оно соответствует, ну, плюс-минус там 5% условно где-то,
там чуть-чуть совсем. Поэтому можно, в общем-то, этому верить. В этом вот варианте я, кстати, удивлен был, что у флагмана практически все совпадает с реальностью, в отличие от там, того же Мавера, например. Вот. Ну, в общем, давайте мерить тогда, да? Как обычно, это интересует многих, я не знаю, вот люди спрашивают, я буду мерить, измерять вот эти показатели. Значит, расстояние от нижнего кольца до середины катушки держателя 57 сантиметров. Длина рукояти очень удобная, я вам сразу скажу, ну лично для меня 49 сантиметров, ну 48,5. Диаметр бланка 12, то есть можно считать фактически, что это slim бланк. Я, кстати говоря, не сказал, что мы вообще меряем. То есть это 12 футов, то есть 360 сантиметров до 100 грамм, Федорочек. Значит, в комплекте 3 вершинки. С противозахлестными тюльпанчиками. Опять же, правильными тюльпанами. Кто смотрел мои другие видео, я там рассказывал подробно, что не так может быть в тюльпанах. Что, да, когда они перевешивают вершинку и так далее. То есть здесь все очень гармонично, и расстановка колец правильная, что не будет захлестов и поломок, и по вине не рыболова, да, самой вершинки, неправильной ее конструкции. И второй момент — это внутренние диаметры колец на вершинках. Ну, я сейчас мерить не буду, но они абсолютно позволяют ловить с шок-лидером, то есть узел туда пролетает. Берем плетню, допустим, 0.13, 0.12 и леску 0.28, монку, да, вот совершенно спокойно правильный узел туда пройдет, и вы не услышите, как он там улетел, и ничего здесь не зацепится. Поэтому смело вот в этом отношении не надо обращать внимание, что маленькие кольца, не сомневайтесь, все хорошо. Ну, естественно, если вы не на бельевые веревки ловите. Значит, посадочный диаметр вершинок, опять же, я сейчас мерю, но, по-моему, там у нас на сайте Multifish это все есть. 3 мм с копейками, там 3,5, по-моему, они. Значит, ну, расцветка, соответственно, это желтое, красное, зеленое. Ну, зелененькое самое мягенькое, то есть единичка, двушка и трешка. Ну, посадочный диаметр я мерить не буду, вершинок тогда у следующих. Поэтому транспортную длину тоже не буду. Это вот эти показатели и вес, да, они есть на сайте Multifish. Зайдите, ссылка под видео, будет прямая прямо на раздел. Открываете, один клик, и у вас все перед глазами. Дальше, следующая моделька у нас будет 11 футов до 60 грамм. Очень востребованная моделька, 330 до 60, просто вот бомба в плане продаж, да, и людям действительно очень нравится на стоячих водоемах, на маленьких реках все это дело применять, ловить им, да. Здесь противозахлестное тоже нижнее кольцо, плюс два противозахлестных кольца еще на втором колене. Ну, зачем там нужно, я не знаю, но вот это вот, скажем так, для собственного успокоения, вот разве что так. Ну, мой фетиш — это вот такое снимание форагриппа. Смотрю, что здесь и как все сделано. Смотрю, идеальнейшее пролачено. Все шикарно, прям как ювелирки. Кто вот купит, снимите, посмотрите. А самое главное, снимите, посмотрите, например, у той же, ну я не знаю, там какой-нибудь Кайды Федорочки, да, и посмотрите, что там творится. К вопросу о качестве. Так, значит, расстояние от нижнего кольца до середины катушки держателя 53. Рукоять 46 и диаметр бланка 11. Так, следующий у нас монстр 450, в общем-то, получается. Ну, 13,2 до 15. Тест, это футов, да? 80-200 грамм с пролонгой. То есть можно так, можно с пролонгой. Так, так, еще, по-моему, я по вершинкам предыдущего не сказал. Три вершинки, все карбон, единичка, 0,75 и двушка. Извините, вырезать ничего не буду, вот так.
Значит, у нашего мощного друга тоже три вершинки, тоже все три карбон. 4, 6 и 2. Ну, вот 2, 4, 6. Ну, вот так. Значит, кольца мощные. Фидер сам снабжен бланк такой оплеткой. Я поближе покажу на фото. Для увеличения, естественно, мощности, надежности и так далее. То есть это мощный дальнобойный фидер. Ну, такой серьезный очень. Для реки, естественно. Ну, или для Астрахани, для карпов. Следующий. Ну, с учетом пролонги я мерить не буду расстояние. Я думаю, все понимают, что сюда и 5, и 6, и 8 тысяч катушка встает. Поэтому измерю длину рукояти. Она 44 получается. Ну и диаметр бланка. Вот здесь, конечно, он мощный. Кого-то поразит. Но, тем не менее, это серьезный такой товарищ. Значит, 17 миллиметров диаметр бланка. Следующий фидерочек у нас 14 футов до 160 грамм. Это один из самых востребованных экстрахевиков. Я сам им ловлю из этой серии на оке. В общем, мне он нравится. Снабжен противозахлестными кольцами. Хорошо бросает, его плюсы. Ну, дальше я расскажу, когда уже мы их разложим. Значит, от кольца до центра катушка держателя 69, рукоятка 48. Вершинки 3, 4,5 и 6. Все карбон, все с противозахлестными тюльпанчиками снабжены. Так, следующий у нас идет фидерочек. Это 12 до 80, 360-80. Многие его берут на карповники. Совершенно не нужен же здесь фуджерский катушкодержатель. То есть, ну, я просто сам им тоже ловлю. Мне он очень нравится. Тонкий бланк абсолютно. Сейчас измерим его. 12 миллиметров бланк. Расстояние от кольца до центра 55, рукоять 46. В комплекте, как обычно, три вершинки, все карбон, полторашка, трешка и двушка. И еще одна моделька, которая тоже такая вот неоднозначная у людей, не в плане неоднозначности, что она там какая-то плохая или там плохо себя зарекомендовала, а именно из-за того, что люди не понимают, что такое комбо-фидер, мультифидер, да, как это все делать, что такое пролонга, для чего, а вдруг он там завалится, а вдруг сломается и так далее. То есть, действительно, вот эта моделька, ну, называется мультифидер. Из нее можно сделать сразу 4 фидера, то есть 4 в одном, можно сказать. Здесь на бланке написано, что для того, чтобы люди не запутались, что использовать, какое колено, какой комбик для нужной длины. Вот здесь, например, написано 10-13 футов, тест 20-80 грамм. Вот такая пролонга в комплекте идет. Здесь написано 11-13 футов, 330-390. То есть мы ее применяем для таких целей. То есть, скажем так, самый коротыш вы можете сделать вот так. Ну, соответственно, там будет еще коленце и вершинка. Вот, вот у вас такой вот получается на ближний бой. Да, ну, соответственно, вы можете воспользоваться другим комлем, который длиннее. И, соответственно, собрать все, и у вас будет уже максимальная длина. Ну, давайте измерю тогда хотя бы вот эти комли, да, противозахлёстное кольцо точно есть так же. От него и до центра держателя 67, рукоять 42, 42,5. И у второго варианта, давайте я измерю, наверное, вот в варианте его самым маленьком, ну, самым коротком, вот так. Значит, 60 у нас получается. И рукоять 37. В комплекте
у нас 4 вершинки разной длины. Все они карбон, все с небольшой посадочкой. Вот, посмотрите, вот абсолютно разная длина, но при этом они снабжены противозахлестными тюльпанчиками даже. Поэтому и соответствует тесту. То есть, действительно, вот я нажимаю та, которая там красная, самая жесткая, зеленая, там и самая мягенькая и так далее. То есть, действительно, вершиночки приятные и очень-очень деликатные на поклевку. Сделаны по разбросу колец, по карте колец, так называемой, абсолютно верно. То есть здесь действительно смещено колечко, второе кольцо чуть ближе к тюльпану, для того, чтобы не было захлеста при забросе. Потому что часто вот у кого ломается после тюльпана кончик, да, небольшой, там 2-3 сантиметра откалывается, это именно захлест во время заброса. То есть, чтобы это не откалывалось, кому нужно, я расскажу, что надо делать, чтобы избежать этого, у кого такие вот федера и такие вершинки. Но здесь вот предусмотрели вот этот момент и действительно колечко подвинули, то здесь можно фактически любой техникой бросать, маятником, как угодно, он не захлестнется. Ну, давайте тогда разложим и посмотрим уже строй. Ну вот, господа, мы все разложили. Давайте начнем с 12 футов до 80 грамм. Он по строю выбивается из всей серии этих фидеров. Смотрите, колечки противозахлестные. Вот карта колец правильная. Кто боится захлестов, вот этот фидер его. И плюс этот фидер еще и тому, для того, кто ловит на стоячей воде и любит английский строй. То есть строй, в общем-то, близок к англичанам, скажем так, к полупараболикам. Любая нагрузка, имейте в виду, вот кто не очень разбирается в этом, любая нагрузка практически заставляет этот фидер гнуться бланком практически весь. Вот, фидерочек в руках лежит хорошо. По балансу приятно. Идеальный фидер для ловли карпа на платниках. В общем-то, 80% рыбаков его берут именно туда. Либо водохранилище, плотва, подлещик. Соответственно, точность то же самое, вяжет изумительно. Большой плюс этого фидера в том, что можно использовать поводки 0,1, 0,08 даже. Сходов не будет. И мелкие крючки, там 16 номер, условно, даже 18 номер, сходов не будет, потому что фидер фактически работает сам, вяжет сам, то есть вы подстегнули и ждете, грубо говоря, еле-еле, когда сам лещ, он с фидер самого леща выведет наверх. Из минусов это только то, что при перегрузе он валится, то есть и здесь допустимы кормушки 28 грамм и до 70 максимум. То есть даже 70 грамм уже чувствуется его предел, плюс корм. Он уже не бросает практически. То есть бросает, но вот, скажем так, чуть-чуть побыстрее бросили, он уже провалился. Поэтому я бы сказал, что с уверенностью, что 28-56 грамм. Это вот его. Дальше. Следующая моделька у нас 11, то есть 330 до 60 грамм, точно такие же противозахлестные колечки. Ой, прошу прощения, мы не нагрузили вам его. Давайте возвращаемся. Константин Михайлович, нагружаем. Видимо, магнитные бури, я что-то сегодня все забываю. Смотрите, какая парабола. Вот видите, он идет работа от комля. Видите, какая работа от комля? Вот это вот строй. Вот так будет вязать карпа. Значит, возвращаемся к 330 до 60. Изумительная, с моей точки зрения, модель. Очень приятный фидерок. Уже другого, более прогрессивного строя. Более быстренький, более собранный. Также с противозахлестными кольцами. Очень удобная рукоять.
в плане длины. То есть она действительно подходит, по-моему, всем. Люди не жалуются, никто, что рукоять какая-то неудобная. То есть действительно рычаг хороший для броска. То есть какой плюс еще? Фидер дальнобойный. То есть в отличие от многих 330-х, которые выпускаются, да, там же быстрого строя, допустим, еще какие-то, то вот этот находится, в общем-то, во главе по дальности. В голове топа по дальности броска. То есть я им ловил кормушками 42 грамма и 28 грамм. И, в общем-то, 40 метров мне давал совершенно легко. Вот. Я имею в виду, я можно и на 60 бросить, сами понимаете. То есть здесь вопрос легкости броска. Что кто-то, если будет, возникнет вопрос в голове у кого-то, что да, я вот могу на 60 метров. Можно с разбегу и на 70 бросить. Вопрос, я вот так говорю, к тому, что сидя, спокойно, без серьезного вложения своих собственных сил, да, вот послать такой фидерочек. Второй мой плюсик его, это то, что он держит течение. Не помню, сказал об этом или нет. Ну вот видите, прогрессивный строй с ростом нагрузки. Палочка загружается больше. Давайте нагружаем. Видите, по параболе, да, уже чуть-чуть другой строй. Более середина, она более быстрая. Так, следующий у нас мощный 420-160. Для 420-х экстрахэвиков приемлем абсолютно баланс и вес, с моей точки зрения. То есть и задача этой палки именно бросить очень далеко. Вот, плюс держит течение без проблем. Посадочный диаметр вершинок позволяет и толщина стенок второго колена, куда она вставляется. Большие кольца противозахлестные, как вы видите. Да, сюда встает 6-тысячник, 5-тысяч, 8-тысяч даже встанет. Вот, я, правда, не пробовал, но я знаю людей, кто ловит с 8-тысячниками даже на них, для того, чтобы максимально далеко забросить. То есть под 100 метров этот фидер бросает. По кормушкам начинает раскрываться, вот за счет верхней части бланка он уже бросает 42 грамм, вот что удивительно, да? 42 плюс корм. Ну и дальше он раскрывается где-то до 150-140. Перегружать нет смысла, он дальше не бросит. То есть имейте в виду, чем ближе вы подходите на этом фидере к тесту максимальному, то есть, допустим, берете 140 грамм кормушку плюс корм, у вас получается перевес. Вы по дальности уже так хорошо не бросите, как кормушкой, допустим, 100-120 грамм. То есть оптимальный вариант для этого фидера 80-120 грамм кормушки. Это вот прям если вам нужно максимально далеко бросить. Нагружаем. Видите, какой строй уже, совсем другой. Хороший фидерочек. Хороший экстрахэвик, кому нужно. Хороших экстрахэвиков на рынке сейчас не так и много. Значит, вот такая индивидуальная палочка с пролонгой. Две длины у нее. Давайте я вам на камеру покажу. Вот так пролонга снимается. Ну, соответственно, вот сюда мы вставляем. С пролонгой палка тяжелая, дубовая. Мне неприятно ее держать в руках вообще, плюс что-то там постукивает какие-то колено. Хотя я вроде притер ее очень хорошо. То есть 13,2 по футам, тире 15 футов. Тест 200 грамм. На комле у нас написано Decision by Алексей Страшный. World Champion 2011. Но что-то он там выиграл. Я этим фидерочком, видимо. Но я бы им ловить не стал. И вообще бы его в руки не брал, честно говоря. Я даже не понимаю, для чего он. То есть, наверное, для мощных, огромных сомов, карпов и так далее. Но для этих целей есть более легкие палки, которым ловить более приятно. Значит, 12-100. Следующая палочка Armadale. Тоже приятная палка. С правильными кольцами. Видите, какое крупное колечко первое входное. Дальше идет карта колец. Правильное расположение, все. Расстояние от катушка держателя. Вот палка мне нравится. Нравится, это тот вариант удочки, который для тех людей, которым не нравится быстрый строй, а нравится прогрессивный строй. Вот и кто ловит не только на реках, но и на водохранилищах, либо на слабом течении. Потому что для рек есть тот же Фотон Про у Сабаниева. Это моя палка, которая
в общем-то, я приложил свою руку. Она имеет быстрый строй, я бы сказал, сверхбыстрый строй. Вот кто любит такой строй, тоже 360-100, да, то туда. Кто нравится прогрессивный и не только реки, то вот вполне Armadale с катушкодержателем как Fuji, так и не Fuji. Посмотрите на сайте, очень приятная палочка. Вот, нагружаем. Видите, вот она и бросать будет очень хорошо. Она, кстати говоря, в отличие от там некоторых моделей, что я сказал, до 80, которые, да, она перегруза не боится. То есть, и главное, резко не бросайте, чтобы не заломать. То есть, я ставил сюда кормушку 100 грамм, плюс корм, у меня получалось где-то 140, и она все равно бросала. Ну, соответственно, от 28 грамм она раскрывается. Оптимальный вариант, ну, соответственно, считайте середину, то есть 56-70 грамм, вот я ловил, это вот прям ее. То есть, вот все. И дальше у нас получается мультифидер. Сейчас у нас вот длина 390, то есть я сюда поставил все, и пролонги, и все что угодно. Видите, вот перевал, видите, расстояние от этого кольца до следующего, какое огромное, потому что здесь стоит пролонг. То есть кому нужен 390, скажем так, этот мультик можно брать тем людям, кто 390 практически не ловит, либо ему там один раз в год. Почему? Потому что, ну, он явно проигрывает фидеру полноценному 390 только в одной длине, раз. Во-вторых, у меня три раза захлестывалось кольцо, леска за вот это кольцо, которое я показываю. Вот за вот это кольцо. Именно за счет того, что здесь стоит пролонга. И вот это расстояние слишком большое. Поэтому, если вот очень аккуратно бросать и редко, то вот мультик подойдет. Ну, вот смотрите. По поводу загруза, да, он соответствует тестам, по большому счету. До 80 грамм он идет, то есть 56, вот в этом исполнении я ставил кормушку 70 и 90. 90 бросал, но уже со страхом, потому что ощущение, что пролонга хлопнется. Вот, поэтому, скажем так, здесь я бы не рекомендовал больше, честно говоря, 70-80 ставить, ну, 70 максимум, наверное, даже. Или 80, но с аккуратным броском. Давайте нагружаем вот на этой самой максимальной его длине. Потом я сниму пролонгу и посмотрим, что будет уже на 360 длине. Итак, вот это 390 длина. По строю, видите, ну, приятненько, да? Но, опять же, середина не бросает. Вот заметьте, я еще раз нагружаю, еще жестко сейчас, смотрите, вверх иду. И смотрите, середина от комля и до середины вообще ничего не работает. Работает очень мягко, только хлыстик. Поэтому, скажем так, для варианта 390-го фидера это ничто, это ни о чем. Поэтому можно про это забыть, с моей точки зрения. Так, вот я убрал пролонгу на экране, показываю. Вот здесь мы получаем уже длину 360. Вот здесь уже фидерочек более удобоварим. В этом отношении он уже изменил свой строй, как вы видите. Он стал прогрессивным, такой среднебыстреньким. Нагружаем. В руках он тоже стал лежать легче. И, в принципе, он уже, видите, вот. Но что мне здесь не очень нравится? Видите, очень мягкая, ну, верхняя часть, морда, как ее называют, да? И слишком жесткий комель. Видите, вот слишком жестко, я имею в виду, то, что та нижняя часть, вот если на две части фида разделить пополам, вот та, которая ближе к комлю, она очень жесткая. Видите, то есть он не будет вкладываться правильно. Вот. Только если его перегружать как-то, а если перегружать, то будет трястись кончик после заброса. Часто это нужно специально правильно бросить для того, чтобы не получить захлест. Недаром на этих вершинках колечки стоят очень близко к тюльпану, очень близко друг к другу. Как раз, видимо, смею предположить, что на тестах такие захлесты были, и поэтому, чтобы лишний раз люди не ругались, они это сделали. Поэтому это может быть, да, действительно помочь избежать захлестов. Вот, наверное, сейчас у нас получается самая маленькая длина, это 300. Вот такой пикерочек, ну, лайтик. Вот он приятненький уже, очень приятненький, бросковый, вяжущий, который позволит даже на небольшом течении ловить, нагружаем. И потом мы пролонгу туда вставим и 330 увидим. Смотрите, видите, уже получше. Это я комель поменял, кстати говоря, поэтому получше стал. Другой комель. Вот. Ну и ставим сюда пролонгу. Я за кадром вставляю пролонгу. Получаем 330 длину. Видите?
Но вот, вот это расстояние, видите, какое огромное, оно меня смущает. Почему? Потому что уже ловил плетнёй 0,12, и когда она намокла, у меня было два перехлёста за эту... Не за, даже вот, ну, как сказать, бросаешь и щелкает. То есть, видимо, перехлёст был за счет противозахлёстного кольца, она все равно улетает, но щелчок есть плетни. Слишком большое расстояние, видите? Поэтому, скажем так, вот такой вот неоднозначный мультик. Комбик, как его удобно называть, как кому. Давайте нагружаем. Получаем 330. То есть вот 300, скажем, 360, наверное, 300. Оптимально 330 еще более-менее как-то. Если мягко бросать, слабенько, там аккуратненько, недалеко. Ну а 390 это немножко не то. Ну вот, господа, мы разложили, все вы увидели. Действительно, согласитесь, интересные федера. Интересные очень. То есть можно взять, кто выбирает их, однозначно не проходить мимо, а взять к рассмотрению. Ну, естественно, если покупать, то в мультифиш. Здесь вы гарантированно обеспечены запасными частями и бесплатно в период проведения акций. Ну и два слова о упаковке, что называется, этих федеров. Значит, они снабжены вот такими с двух сторон завязками, клапанами, или как их еще назвать, чехлами с двух сторон, сверху, снизу, вот так они крепятся. Дальше идет вот такой достаточно дешевенький бюджетный чехольчик, но тем не менее он не намокает, то есть материал чистая синтетика, и сам фидер поставляется в таком жестком тубусе. Кто нужен, кому нужно и кто боится за него, может, в общем-то, в нем и перевозить. В общем, на сегодня все. Пожалуйста, подписывайтесь на канал, подписывайтесь на социальные сети ВКонтакте, Телеграм, Фейсбук, Инстаграм, у кого работает сейчас, да, YouTube, каналы Рутюб. Покупайте федера в Мультифиш, мы официальный магазин компании Флагман. Поэтому мы отвечаем за качество. Более того, мы от магазина даем бессрочную гарантию на заводской брак на весь срок службы удилища. Никто такого, по-моему, вам не обещает. Второй момент, кто тоже никто не обещает. Вот сейчас недавно прошли акции на Сальма, на другие фирмы, там, Дайво и так далее, Black Hole. Это акции по бесплатным запасным частям. То есть всем все наши покупатели в период проведения акции и подписчики, да, они имеют право на приобретение двух запчастей в год к удилищам, купленным у нас. Поэтому не забывайте это, подписывайтесь обязательно, ну и, соответственно, оформляйте заказ, покупайте мультифиш. Всего вам доброго и до новых встреч!